Областное отделение общественной организации «Молодая гвардия Единой России» продолжает проводить образовательный форум курсом лидера. В Щелково он стал уже 11-м по счету и прошел в гимназии номер 2, где собрал молодежь не только из нашего городского округа, но и из соседних муниципалитетов. Проект «Курсом лидера» – это образовательная платформа, которая служит основой для самореализации и обмена опытом множества инициативных молодых людей – волонтеров, школьников и студентов. По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, самое главное то, что все желающие могут поделиться здесь своими самыми смелыми идеями, а уже после воплотить их в жизнь, создав полноценные проекты. Мы понимаем о том, что у каждого из ребят есть какая-то идея, которую они хотят реализовать, и мы в рамках форума также организовали поддержку финансовую их идей, инициатив, организовали здесь разных профессиональных спикеров, которые ребята обучат и правильно собрать команду, и замотивировать ее и дальше с ней работать. Проект может быть абсолютно любой, на любую тематику, она может быть развлекательной, социальной, абсолютно той, которая считается актуальной в том или ином муниципальном образовании. Форум посетил также депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, который пожелал всем участникам успеха в осуществлении поставленных целей. Проект «Курсом лидера» реализуется при поддержке фонда президентских грантов и правительства Московской области. Участникам форума предоставляется отличная возможность для общения с ведущими специалистами из самых разных сфер. В рамках форума участников знакомят с тремя основными направлениями работы – проектирование, волонтерство и медиа. Завершится программа форумов общеобластным мероприятием, на котором авторы самых успешных идей представят их аудитории. Молодогвардейцы помогут выбрать самые удачные проекты и заручиться авторам грантовой поддержкой. Это главная мысль, главная цель и главная затея этого форума, чтобы родить новые социальные практики, новые социальные проекты, которые ребята увезут с собой в город и будут там делать добрые дела и менять, собственно, свою жизнь и жизнь своего города к лучшему. Всем желающим присоединиться к форуму стоит знать, что регистрация на мероприятие открытая. Проект «Курсом лидера» – это отличная возможность любому юноше или девушке воплотить в жизнь свои креативные идеи и мечты, получить ценный опыт и найти множество полезных знакомств. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.